Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по буксу без вложений под названием «Визит бокс». Значит, я в этом буксе очень уже давно, я, если честно, даже уже не помню, сколько я здесь времени. Ну, год добрый, это точно. Значит, что мы здесь делаем? Мы просматриваем, можно, как бы, как я сказала, без вложений на просмотре серфинга. Значит, просмотр простой, нажимаем на вкладочку, нас перебрасывает на рекламку. Можно вернуться на вкладочку. У нас идет отсчет времени. Он по-разному, ошибка. Но сайт там было закрыто. Нет, у меня не закрыто. Ну ладно, давайте другую. Вот в основном вот так открывается у нас страничка, вот идет таймер. Никаких тут подводных реклам нет. Сейчас таймер закончится, разгадаем капчу. Как видим, капча у нас такая вот простая. Нажимаем мяч, просмотр успешно завершен. Если вам понравилось, можете остаться на страничке или перейти. Ну, здесь вот написано «посещено». Значит, далее что? Таким вот образом просматриваем всю рекламу. Нам насчитывают за это вот эти монеты местные. Потом мы их будем обменивать на реальные монеты. Значит, как я их обменю? Вот нажимаю вот на этот молоточек. Вот у меня 1253 монеты. Так, не туда, так, что-то я молоточек, вот. Так, значит, я наши вот эти вот свои вот эти монетки обменю на реальные деньги. Максимум 3250, но эта сумма меняется как бы периодически. Вчера максимум можно было, не помню, то ли 200 с чем-то монет обменять, то ли 300 с чем-то монет. Вот сейчас вот мне, да, как бы у меня вот сумма моя подходит, но я могла бы за несколько раз обменять, как бы, да, так как я думала как бы поделиться с вами. Я не стала вчера ничего менять, показать, чтобы... И вот мои монетки, значит, вот 1250. Цена они выставляют, как бы, и сумма на 20 рублей. И вот я продаю. Нажимаю на вкладочку «Продать». Все, смотрите, мои монетки упали на основной баланс. Это баланс визитов у меня. Вот 250 было. Но можно как бы выставлять свои ордера там, как бы, так, активные ордера. Я ничего не выставляла этого. Вот, свою цену. Я этим не занимаюсь. Я нажму на молоточек, переведу и все. Так, что далее? Угу. Вывод я хотела. Панель управления. Сейчас раз, так. Баланс, основной баланс. Реклама, биржа, биржа реферала пользователей. Так, баланс визитов. Так, продать. Это не то. Хочу поставить на вывод. Денежку. Сейчас партнерская программа. Так. В настройках прописать нужно свой как бы PR кошелек. Баланс, основной баланс. Вот. Ага. Смотрите, вот на основной баланс у меня 20 рублей. Пополнение. Вот вывод средств. Так, у меня 20 рублей. Точка 00. Нажимаю вывести.
деньги успешно отправлены на ваш кошелек Payeer. Далее, что здесь? Ну, панель управления, просмотр сайтов, мои сайты. Я ничего здесь не рекламирую. Я как бы на визитах на этих зарабатываю. Так, биржа визитов. Ну, это динамика, партнерская программа. Здесь будет находиться партнерская ссылочка. Здесь настройки. Вот денежка моя пришла. Как бы. Ну, так, давайте перейдем на почту и проверим баланс. Так, 19.81 мне выплатили. Payeer у нас берет комиссию. Вот такой вот букс исправно платит. Я не хочу сказать, что я запариваюсь здесь и сижу до одури, да нет. И рекламы здесь очень-очень много. Вот сейчас на данный момент 12 рекламок. Ну, а бывает очень. И за 50 там, и 60 реклам этих. Есть свободное время, сижу. Нет, ничего не горит. На этом буду заканчивать. Кому интересно, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.